И последнее. В Екатеринбургском парке бабочек родилась собака. Правда, животное не лает, а летает по ночам. Прибавление случилось в семействе обитающих здесь египетских летучих собак. Малыш появился у крылатой парочки самца по имени Мача и его безымянной подруги 3 недели назад. Теперь детеныш несколько месяцев будет висеть вниз головой на маме и питаться молоком. Ну а когда достаточно окрепнет, родители выпустят его в первый полет. Египетские летучие собаки – это ближайшие родственники летучих мышей, и те, и другие из отряда рукокрылых. Питаются они в основном фруктами. Кстати, в Екатеринбургском парке бабочек этот детеныш стал уже 4-м родившимся за последнее время.